Кочек, ты все еще деградируешь и играешь в Брал-Срал? Да! Не можешь завязать с поеданием фекалий от Суперселл? Как ты узнал? Тогда это видео должно помочь тебе. Три причины не играть в Brawl Stars. Наверное, только ленивый не сказал об ущербности этой помойки, ведь достаточно всего трех пунктов, чтобы навсегда поменять свое отношение к этой игре. Браво, лучшая игра! Однообразие. В игре однотипные герои, механика боя для которых одинакова во всех смыслах этого слова. Достаточно нажимать на одну кнопочку, чтобы принимать участие в игровом процессе. А как насчет однотипных карт? Весь игровой рельеф, построение карт и их концепция настолько однообразны, что игрок, который только включил говносралс, будет думать, что он играет на одной и той же карте. Ах да, режимы в этой помойке также не блещут разнообразием. Поэтому играть в нее больше 20 минут просто невозможно. Донат. Весь контент на ютубе, посвященный Brawl Stars, заключается в открывании ящиков. Это максимум, на что может поглазеть не очень умный школьник. Игровой процесс смотрит гораздо меньше людей, ведь кому интересно смотреть летсплей по однообразной хероте? Но для открытия ящиков надо донатить. Задротить в однообразную хероту будут только люди с психическими расстройствами, потому как игра надоедает уже через 20 минут. И суперселлы спокойно стригут бабло с не очень умного школьника, который потом получит пиздюлей от мамки за то, что с ее карты списались средства. И третья, самая главная причина не играть в эту помойку – комьюнити. Ни для кого не секрет, что самые агрессивные тупые школьники играют и прославляют именно говно Старс. Я просто покажу комментарии умственно отсталых браулеров, которые отметились на других YouTube-каналах, где критиковалась игра. Сам ты кейс с вонючим говном, Бралтоп, не слушайте его! Бралтоп, а ты говно! Брал, брал, лайк! Тупой даун, не играющий великий брал, коммент! Ты говно, Брал Старс топ, а ты чмо! Брал топ, а ты бомжара! Это дерьмовый обзор, все минусы сводятся к донату и геймплею! Это не обзор, а обсирание игры! Ты не прав, ты офигел, я донатил 7000 рублей, мама меня не наругала, а ты говоришь, что те, кто донатит дауны, мне лего выпало! Брал Старс самая классная игра, а ты говно! Чтоб ты сдох, Брал топ! Брал Старс лучшая игра, а ты даун! Все, кто не играет в Brawl Stars, дауны! Ведьмак 3 дно, Брал круче как по сюжету, так и по геймплею. Кто ненавидит Brawl Stars, они просто нубы. Вы не любите Brawl Stars, вы просто не умеете играть нубы. Нубы, пишите комментарии, а кто играет в Brawl Stars, вы просто ставьте лайки, молодцы. И таких ребятишек целая комьюнити. Поэтому, если вы все еще играете в эту помойку, завязывайте, ну ее нафиг.